Друзья, всех приветствую! Это канал Гера и Ньюэй. Сегодня мы поговорим о том, как устанавливать тетиву на рекурсивный лук. Существует правило левой руки, левой ноги. Держим лук левой рукой, переступаем лук левой ногой, упирая нижний край правую ногу. В этот момент мы сгибаем левой рукой верхнюю часть плеча лука, подтягивая правой рукой кончик тетивы. Насаживаем на лук. Обязательно убедитесь, что все правильно наложилось, чтобы тетива легла вдоль лука. Никогда не стреляйте из лука холостым выстрелом.